На улице все. Так, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Дети, пойдемте. Где брат наш? Тот мальчик. А, там, ну ладно. Нестор, а чего вы далеко встали-то? Вставайте, Алена, старайся. Слава тебе. Благословить, пусти дары твои святые. Очень всех на тебя, Господи, уповает, и дайше пищу благодарение. Отверзаешь, что ты щедро руку, то исполняешь всякое животное благоволение. Хвала тебе, милосердный Создатель. Слава тебе во веки веков. Устрой все в нашей жизни по воле твоей, по слову твоему. Благодарим тебя, аллилуйя. Хорошо. Вот это у нас видео на сегодня было первый раз, потому что лагерь освещался, теперь лагеря нету, а именно мы перенесли на духовное рождение. Это будет правильно. Маленько запоздание, ну ничего. Я про это узнаю. Тут Андрей не был на обед, чтобы пришел. Там приходит. У нас тут есть старообрядцы. Одна заповедь, ни с кем не молиться. Вот это придумали. То есть самое главное сатана бьет, это не от Бога. Если церковь установила не молиться с еретиками, какие еретики? Ну, православные, а себя возвышает. А ничего нету, Библии нету, берут православную. Ни одного рисунка за 300 лет не сделали, нету. А берут там Суриков нарисовал, Боярню Морозова, нету. Создать какие-то произведения такие, ну, как Достоевский, они не породили никого. Да на нас гонение было. Христиане первые, самое великое сотворили при гонениях, когда убивали, когда давили их. И в это время дух пылал, до неба доходило. Ответ один. Снобизм. Глупый, пустой, ненужный. И я даже не стал заезжать, они не молятся. Некоторые приходят, в храм молятся, ну и притеснения какие-то терпят, а других, которые постарше, припугнули, а я тебя не причащу. Причастием играют. Я говорил, тем это самое страшное. Я тебя не причащу. На каком основании? А ты молился с никоньянами. Никаких никоньян никто не знает. Кто такие никоньяне? Понятия никто не имеет. Никто. А кто такие православные? Вот сейчас любой ответит. То есть надуманно. И что не от Бога дробиться. А одних только без поповцев, старообрядцев, которых попов нету, более 50 названий. Но само по себе показывают. Вот сектанты, как только отошли от церкви, сразу начали дробиться. Ну отошли, иконы не нужны, ну и остановились бы на этом. Нет. Баптисты есть, адвентисты будут. А у адвентистов святой остаток отдельно. То есть там адвентистов 50-ников, 50 названий. Конца края нету. Почему? Нет сдерживающего начала. Сдерживающий – это Дух Святой удерживающий. Молитва. У нас как молится? Помяни, Господи, святую православную веру. Ни один сектант не молится, помяни баптистскую православную веру. Свою баптистскую святую веру сказать. Я отсюда заключаю, что им Господь не позволяет. Они в крещении, прощения грехов нету. Здесь ты из купели вышел, ты родился заново. Как будто первый день на земле живешь. Это таинство. А где это написано? Ну, написано так, очень ясно. 2.38 Деяния апостолов. Что нам делать, мужи и братья? Первое, покайтесь, запятая. Покайтесь. Второе, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Крестится для прощения грехов. Что непонятно? И получите дар Святого Духа. У сектантов, у баптистов, покайтесь для прощения грехов. Креститесь обещанию Богу доброй совести. То есть все перевернуто. Это нельзя не видеть. Я говорю, Савл, дорога ехал, он покаялся. Руки впереди держите, назади не держите никогда. Она не слышит. Это мы все еще на молитве стоим. Савл покаялся, он теперь освобожден от греха? Да. Почему? А Анания заходит и говорит, брат Савл. Так он Савл брат уже? Да. А грехи прощены? Ну, конечно.
баптист отвечает. А она не говорит, брат Сал, встань, крестись, запятая, я мой грехи твои. Что непонятно? Тут толковать вообще нечего, а мой грехи. Если он уже получил прощение в покаянии, там на пути в Дамаск, в Сирии, то никаких грехов нету. Считаешь, ни порошинки в глазу нету, все сектанты, никак. Почему? Бог поставил преграду, чтобы не лгали. То есть они лгут до определенного момента, а дальше не могут двинуться с места. Они не могут назвать свою веру святой. Они не могут сказать, что у них есть там не пастырь, а пастор. Такого названия нет в Библии, пастор. Это хитрость. Под видом пастыря сатана пролазит. И деноминации конфессии нет слов, есть ересь. Есть церковь и есть ересь. Больше ничего нету. Деноминации. А где вы взяли демонизацию эту? Ну мы должны просто видеть и понимать, где сатана по другим видам подходит. И ни один из них, этих их пасторов, не говорит, прощаются тебе грехи твои, разрешаю тебя властью, данной от Бога. Они не имеют этой власти. Ни одного сектанта нету. Ну, которые там от них, может быть, какие-то, я не встречал. Вот почему? Мы видим, потому что это власть от Бога. И презирать православных, которые от православных же старообрядцев получили священство, а потом их не стали признавать, ну это вообще абсурд. Абсурд. Верим во Святую Троицу. Мы считаем как? Во Святую Троицу. Духа Святаго Господа Истинного. Его выбросили когда-то. У нас оно включено и по благословению нашего Синода. Включить нужно. Бога Истина от Бога Истина, Духа Святого Истинного не говорят. Должно быть. Старобрядцы сохранили, мы скажем, правильно. Мы вернулись к этому. У нас нет различия молиться двумя перстами или тремя. Мне этого уже простить не могут. Я переписывался с митрополитом, хорошая переписка, с Корнилием старобрядческим. Я говорю, у нас есть старобрядцы, которые дома сидят, когда моление идет. Пусть бы они приходили. Не разрешается. А почему? Он говорит, потому что вы признаете равно спасителем это и это. Так откуда ты знаешь? А откуда? А просто так. После Никона святых не было. Иоанн Кронштадтский не святой, Серафим не святой. Ну все не святые. Откуда ты знаешь это? Откуда? Какое-то откровение было? Нет. А что? Вот это и есть гордыня. Суда Божия нет, они уже определяют. Спасибо. Православная церковь имеет епископат, патриархат. Согрешают, ересь и вторглись. Это церковь. Мы никогда не учили, что патриархия безблагодатная. И я этого не советую никому говорить. Так, садимся за стол, а потом с вами отдельно продолжим. Здесь заедем, а потом поконечно. А то у нас тут баня. Володя, ты с нами потом проедешь. Сейчас обедай. Пойдем смотреть, где лучше потерять. Приезжайте, я пройду. Сюда его принесите. Там святая вода упадает, и поменяйтесь местами, у вас на нем не все, здесь горячая, двигайтесь сюда, разговоры прекратили все. Следи за ними, что они, привет. Так, садитесь. Благословите. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Святая вода в кружках, выпейте.
Суп, вермишель. Да, это вчерашний. Вчерашний? Да. О, рыжка. Ну как там твои котятки? На, рыженька. Создайте тишину. Не слушайте, за столом пусть стоит рядом. Виктор. Так, руку не надо поднимать, если мы еще ничего не давали. Успокойся. Все время как-то его корежит и корежит. Сиди прямо спокойно, как он место. Берите вес его. Вот только сел и нашел высказывание, что женится на духовном возрождении. Е-мое. Только сел. Что нашли? Солженицын говорит о духовном возрождении, а газета-то не сегодняшняя. Ну что пришло? Давай, я тебя спущу.